Основная проблема, которая здесь у них есть, это то, что в стенах нету теплоизоляции, нету никакого стекловолокна, никакой стекловаты, ничего, ни пены, ни пенопласта, как бывает. То есть любой вариант, он хорош для утепления. Но вот здесь его нету, и стена вся вздулась, вся плитка вздулась. Все валится просто руками.